Всем привет, с вами Роман Раскольников. Мы играем в Mass Effect, и сегодня мы будем проходить побочный квест под названием «Четвертая власть». А если сказать точнее, то у нас будут сегодня брать интервью. По прибытии после первой миссии, после спасения Т-Сони или вообще по выполнению любой сюжетной первой миссии, в академии всегда нас будет ждать которые хотят обсудить журналистка проблему с офицером. На выходе из данного лифта. Праздничные мероприятия пройдут в честь годовщины окончания Рахнийских войн. Расы Совета, в особенности Азари и Соларианцы, проведут военные парады, посвященные победе над Рахни. Несколько колоний Азари, признавая свой долг перед Кроганами, благодаря которым победа стала возможна, пригласили их представителей на запланированные торжества. Вот, собственно, нас уже ждет та самая журналистка, которые будут нас брать интервью. Капитан Шепард? И давайте дадим ей интервью. Калиса бинт Синан Аль-Джелани, Вестерландские новости. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Что вы хотите знать? Хорошо. Вы получили уникальную возможность представлять нашу расу перед лицом Совета. Всем интересно, справитесь ли вы с этим? Люди пытаются заслужить уважение Совета уже 26 лет. Учитывая этот факт, что вы ощущаете, как первый человек, принятый в состав «Спектр»? Это честь для меня. Входят лучшие представители рас. Быть среди них – большая честь. Некоторые называют ваше назначение «костью», которую бросили людям. Доводилось ли вам попадать в ситуации, когда Цитадель просила вас поставить ее интересы выше интересов Земли? Совет занимается делами всего галактического сообщества. Мы стали его частью. Наши интересы будем входят в список их задач, но мы лишь часть целого. Вы действительно в это верите? Вы приняли командование боевым кораблем, оборудованным по последнему слову техники. Вы можете рассказать о нем? Так, давайте будем обаяние использовать. Так, интервью закончено. Нормандия, отличный корабль. Пора тебе заткнуться. Так. Турианцы помогли строить его. Совместная разработка земных и турианских инженеров. При постройке корабля использовались новые технологии, но информация о них засекречена. Получается, турианцы располагают сведениями о Нормандии, которые держатся в секрете от общественности Альянса. Вы считаете справедливо отдавать лучший из земных кораблей на службу Цитадели? Ну вот... Как всегда, вот журналистки, все вечно журналисты докапываются до всего, а мы будем их и так язвительно уходить от ее вопросов, используя обаяние. Экипаж подчиняется Альянсу. Не припоминаю, чтобы его кому-то отдали. Корабль находится под моим командованием, а я человек. Можете проверить. Человек, все верно, капитан. Но теперь вы работаете на Цитадель. И последний вопрос, капитан. Ходят слухи, что вы преследуете спектра предателя по имени Саран. Вы можете что-то сказать по этому поводу? Так, интервью закончено или без комментариев? Боюсь, я не могу комментировать детали моего текущего задания. Не беспокойтесь, мы сами выясним. Земля следит за вами, не подведите ее. Спасибо, что уделили мне время, капитан Шепард.
Так, все, у нас взяли интервью. Так, вы согласились на интервью. Так, остается надеяться, что оно пойдет удачно. Так, собственно, а если вернуться после интервью на корабль, то с нами свяжется сам главнокомандующий флота Альянса. Ну или кто-то там, короче, главнокомандующий. Тот, кто выше меня по званию. Дальнейшее расследование событий на Иден Прайм, как сообщается, вынудило совет лишить статуса Спектра одного из своих агентов. Бывший Спектр, имя которого пока не называется, не был взят под стражу. Однако пресс-секретарь совета уверил, что все необходимые меры были приняты. Так, вот, собственно, новости были про Спектр, но вроде от меня ничего там не зависело, я вроде не вмешивался. Хотя, в принципе, если совет проходил закрытым, то вряд ли это как-то вообще можно было узнать, потому что там было всего лишь несколько человек. Так, давайте, собственно, отправимся на корабль снова. Так, кто у нас в команде? Группа высадки. Приготовиться. Идет процедура дезинфекции. Идет процедура дезинфекции. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Так, собственно, подходим к капитанскому мостику, и с нами должны связаться. Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, только что в эфире был сюжет мисс Аль-Джелани о вас. Ей не следовало устраивать на вас засаду, но мы обошлись с ней очень хорошо. Я старалась как лучше. Мы разошлись во мнениях, сэр, но надеюсь, она хотя бы поверила в мою искренность. Вы очень хорошо повели себя, капитан. Она несла бред, как полная идиотка. Я просто хотел, чтобы вы знали, какую реакцию это вызвало на Земле. Не буду вас задерживать. Пятая флотилия, конец связи. А, главнокомандующий пятой флотилией. Так, ну, собственно, на этом квест заканчивает. Спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.